Город засыпает, ремонт продолжается. На этот раз на улице Владимирская. Ее до конца августа обновят полностью, от улицы Больничной до Безымянной. Это так называемый поддерживающий ремонт картами. Он позволяет продлить срок службы покрытия. Гарантию дают 2 года. Пока движение стихло, можно начинать работать. А работы начинаются сначала разбивочные работы, потом очистка основания от пыли и грязи. В дальнейшем происходит розлив битумной эмульсии. Ну и потом уже укладка асфальтобетонной смеси. Специальная эмульсия – залог того, что старый слой асфальта хорошо схватится с новым. Его в эту ночь приняли около 700 тонн. Асфальт подрядная фирма привозит с собственного завода из поселка Козелки. Общая площадь работ на улице Владимирская – более 23 тысяч квадратных метров. Всего же в этом году такими картами отремонтируют более 50 объектов. Причем за качеством пристально следят на всех этапах ремонта. По поручению губернатора и главы осуществляется многоступенчатый контроль за выполнением работ. Принимают участие в этом контроле МБУ «Дорожное хозяйство», департамент городского хозяйства, представители общественности и силовых структур. На часах почти полночь, рабочие начинают укладывать асфальт. План работ на сегодня – дойти одной полосой до улицы Коммунистическая. Закончить планируют к 6 утра, как раз тогда, когда люди пойдут на работу уже по новому асфальту. Валерия Макарова, Константин Головин. События.